Настоящий кыргыз показывает нам, как будет готовить свой плов. Плов из говядины. Ну, под рукой, как всегда, камеру, когда я подсовываю сюда, конечно. Такие моменты бывают. Сегодня будет супер мощнейший ужин у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас есть томаты, огурцы, яйца. Тут, наверное, не надо яйца. Есть вот такой рис, специальный рис. Именно для плова очень подходит. Рекомендую всем. И кыргыз тоже рекомендует. В общем, все увидите поэтапно. Так, что у нас здесь? Лучок идет. Такой лучок, такой лучок. Ой-ой-ой-ой. Так, ребятушки, не переключайтесь, вставайте вместе с нами. Сегодня будем готовить плов. Первым делом заливается масло. Масла льется очень много, да? Угу. Целая банка уйдет сейчас на этот плов. Типа как фритюр, да, получается? Красота. Первым делом закидывается лук. Для того, чтобы все это барахло какое там плохое есть в масле, чтобы его притянуть к себе. Да? Правильно я говорю? Ну, примерно. Ну, и сейчас вот оно все в себя втянет якобы. И ты выбросишь его, да? Да. И дальше уже будет закидываться говядина. Нам поближе преувеличу. Пошла говядинка. Ух. Красота какая, смотрите, ребята. Получается, типа как карамелизируется, что-то типа вот в таком формате. Он сейчас обжарится именно на том на раскаленном масле. Где-то прошло 5 минуточек с момента закипания. Ну как закипание, тушение. Тушится, тушится, тушится. Потом будут закидываться лучок, потом морковочка. Ну, в общем, все увидите, ребята. Шеф-повар готовит, а я только снимаю. Увидите уже результат. Но я уверен, что получится, конечно. Все-таки кыргыз готовит. Это серьезный подход. Настало время промывки риса. Рис только такой, да? Ну, можно, но есть рис, который разваливается, его нежелательно, блин. Залетает лучок где-то после 10 минут тушения. Так, рис у нас уже промыт, стоит в воде, в общем, типа как настаивается. Приправки есть, зирайчик, все дела. Следующий ингредиент у нас залетает, это морковочка. На морковке реально много. Уф-уф-уф-уф-уф-уф. Красота. А готовим мы всего лишь на 4 человек. Турку уже есть. А, на 5. Турка возьмем в команду, ладно. Мы вчера забыли его пригласить. Ну, господа, какая красота. Оцените лайком это видео. Если хотите, чтобы заснял я ваш плов, приглашайте меня. Буду дегустировать и предварительно снимать видео, как изготовить плов. Плов готовит тут. В Казани могучим жгут ароматный вкусный смак.
нежное мясо сочное так. Если морковь встаться с ним, все как надо в плове том. На вопросы будет след кыргызский плов. Ответ кыргызский плов, как волшебство. Готовит с любовью он его. Вкус неповторимый, знай, каждый раз как первый рай. Темный вечер за окном, плов согреет каждый дом. С ярким запахом в ночи этот плов мечты ключи. Все собрались за столом, знают все секретов дом. Сыр как знает, как творить плов, что сможет всех пленить. Кыргызский плов, как волшебство, готовит с любовью он его. Вкус неповторимый, знай, каждый раз как первый рай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, я тестирую на себе сие божествие. Это первый кусок, который достался именно мне. Перекрестное, слышишь, перекрестное видео. Оно уже готово. Оно уже готово. Оно уже готово, мясо можно есть. Закидывай рис. Говядина бомба. Ой, ой, и приправка, и все. Ребята, это божество, это божество. Казахи, киргизы готовят плов. Совместная вечеринка. Дурочка. Хорошо. Ложи, сидим, что там? А? Сидим, ложи. Дурочка попыт. Нормально. Полы. Все, будет встретим. Купим звука больше. Нормально. Да, ну, красота, красота. Сидим сейчас все, еще раз. Сейчас я милую душу. Он заходит, высматривает нас уже. Да. Все хотят мяса, блин, еще плохо. Какой уже высматривает нас. Так, водичку нам надо. Да, сейчас пошли. Так, у нас готовится салат. Ну, все, в принципе, стандартное. Лук, помидорка, перчик, огурчик. Все по ГОСТу заправили маслицем. Поперчили, посолили. И сейчас будем вот так делать. Вот так вот. Коль положил уже? Я тут положил. Пока не посолили. Ага. Но перец вроде есть. Вот и все. Вот и вся классическая схема, господа. Все очень просто. Как видите, ребята, вот так вот положили сюда еще пакет, чтобы вообще не выходил воздух. То есть, типа, по принципу, как скороварка, как мультиварка. То есть, оно все там внутри вот прям все готовится, чтобы не выходил никак пар. Вот, для этого еще и пакет сюда закладывается. Еще готовят. Готовят пацаны красиво, интересненько. Мне уже очень самому вот интересно, что же получится и как все это выйдет. Как вам выпуск с готовкой кулинарной, а? Просто я вот всегда хотел посмотреть, как готовят именно плов профессионалы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой запах, вы не представляете. Жалко, камера не передает просто вам этого запаха. Ошалеть, ошалеть. Ух, говядинка уже показалась. И лучок. И что это у нас тут? И томатная паста. Здесь нам, есть. И морковочка. Нам, уф, какая красота. Ребята, бомбический склады. Сегодня будет ужин. Склады. Также видите, еще у нас здесь есть салатикос. Будет еще салат здесь. Короче, будем кушать вообще. Все очень вкусно, все свежее, все самое такое. Классно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, показывай, что у нас получилось. Что мы имеем. Настоящий киргизский плов. Сам готовил. Красава. Ой-ой-ой, красота.